Знаменитая российская бизнес-компания поддерживает активный образ жизни северной столицы. Уже 14-й год подряд традиционно в августе происходит автопробег Beach Volley Road Show. Его участники не только путешествуют по стране, но и играют в каждом городе в пляжный волейбол, который в России за последние годы приобрел большую популярность. Сегодня турнир состоялся и в Сестрорецке. Прием передачи и... Свисток судьи и мяч в игре. Северный пляж в Сестрорецке принимает волейбольную команду «Комус». Теплая пляжно-волейбольная встреча собрала сильнейших игроков города. Ежегодно в августе компания «Комус» проводит автопробег «Beach Volley Road Show». Позади товарищеские турниры в Ярославле, Вологде, Медвежьегорске, Петрозаводске, Сартовало и Приозерске. Представители компании уверены, что подобные спортивные встречи не только сплачивают коллектив, но и заряжают позитивным настроением. Мы путешествуем большой компанией уже очень много лет. 16 лет назад мы начали наши автопробеги. И проезжая город Владимир, пришла в голову идея, а может быть поиграем в волейбол? Тут же на месте начали искать контакты игроков, никого не предупреждая. Мы просто приехали, ребята, можно с вами поиграть? И было так круто, что мы решили так делать в каждом городе. Мы также просто друзья и любители, которых объединяет волейбол. Мы проводим свое время вместе. Наш досуг тесно связан с волейболом. И раз в год мы на свой отпуск собираемся такой большой дружной компанией и изучаем города, нашу историю. Все вместе проводим время и играем в волейбол. Пляжный волейбол «Комус» поддерживает на протяжении 16 лет в свободное от основной деятельности время. Более 30 лет компания обеспечивает коммерческие и государственные организации продукции широким ассортиментом. Представитель компании Олег Александров поделился с нашим телеканалом историей зарождения традиции. Хочу немножко рассказать историю, как это все зародилось. Сергей Александрович Бобриков, генеральный директор компании «Комус», так как сам очень любит пляжный волейбол. И когда была идея собраться и поехать в автопробег на больших машинах, и назывались автодома, и не просто проводить экскурсии в каждом городе, общаться с населением, но и также провести показательные матчи, содействуя развитию пляжного волейбола. Не просто провести эти показательные матчи, мы заранее организовывали маршрут, заранее договаривались с командами и разыгрывали денежный призовой фонд. Уже больше 14 лет мы это делаем. 60 тысяч рублей в каждом городе, и проигравших нет. Все получают медали, денежные призы. А дополнительно самые активные болельщики каждого города получают еще и подарки от компании «Комус». Финишировал автопробег масштабным фестивалем пляжного волейбола «Комус Фест» в Санкт-Петербурге. В заключительном матче любители поиграть в мяч сразились за общий призовой фонд в 1,5 миллиона рублей.